Как вам известно, Китайская Народная Республика является крупнейшим торговым партнером Кыргызстана и источником инвестиций. В кыргызско-китайском отношении имеются заметные успехи в различных направлениях в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества. Пожалуй, плодом тесного и продуктивного сотрудничества между нашими странами стал наплыв частных инвестиций в Кыргызстан. И одним из важных инвестиционных проектов является нефтеперерабатывающий завод «Усо Чайна Петроль Компани Джунда». Мы уверены, что именно этот нефтеперерабатывающий завод станет мощным толчком к развитию промышленности не только в Карабалте, но и в целом в Кыргызстане. Мы, жители города Карабалта и Джайылского района, особенно молодежь, понимаем важность функционирования данного предприятия, так как данное предприятие является бюджетообразующим, которое обеспечило местное население рабочими местами и исправно платит налоги. Да, это тоже.